Итак, дорогие друзья, вернулся в дом Пабло до хаты и был весьма удивлен. Смотрите, я подъехал на своем коне, вот, подъехал на своем коне, смотрю, а у меня перед порогом стоят такие подаруночки. Посмотрите, вот это я даже не знаю, что там. Там авокады, еще какие-то плоды, которых я еще ни разу не ел. Смотрите, тарелка стоит с этими перепелиными яйцами, так? Потом вот это целое ведро с этими, с папайями, с разного сорта. И вот такая громадная ветка, срубили ее с бананами. Смотрите, как она растет. Вот так вот рубится ветка такая. Вот она стоит, смотрите. Видите, я ее пошевелил вот это. Целая ветка бананов. Вот так неплохо жить. Вот смотри, приехал домой, а у тебя перед порогом стоят и бананы, и папайи. И перепелиные яйца, и другие вот варианты. Смотрите, авокады какие, опять же, здоровенные. Смотри, какая она здоровая вот эта. Еще какие-то плоды. Я их даже не знаю, понимаешь? Так что благодарю Бога и благодарю, значит, Володю Зосима. Это он привез со своего огорода, вот, из дома привез. Я очень благодарен, потому что, ну вот, смотрите, сегодня как раз неделя, и у меня праздник. Неделя, значит, как я живу на Гавайях. Неделю назад я прилетел вот сюда. И получается, что вот, пожалуйста, вам. С подарками, со всеми темами. Еще раз показываю вот это вот. Бананы, перепелиные яйца. Не знаю даже, куда ложить столько подарков. Вот мне. Вот спасибо Владимиру Зосиму. Но действительно... Это серьезный подарок. Так что спасибо, Володенька, тебе родной, что ты так заботишься обо мне. И слава Богу, вот это. Ну, живу я по-прежнему здесь. Вот это такой дом. Вот. Дворик. Это на второй этаж. Заход. Там балконы. Значит, но самое главное... Вот это подарки здесь. Ну и с вами я, конечно, благодарное сердце Дона Пабло. Спасибо, Володеньке, спасибо за все, за такие подарки. Во, класс, я очень счастлив. Значит, получается, что я счастливчик. Еще раз спасибо.